ежедневно. И вот у меня в группе были спортсмены. Вот у нас перерыв. Мы идем в супермаркет. Они банан, я три сэндвича с майонезом. Потом следующий перерыв, они опять банан, а я три сэндвича с майонезом. Они говорят: чувак, что с тобой такое? Ты что, не можешь нормальную еду есть? И вот пока мне не сказали, я не занялся собой. Да, и сегодня у меня там очередной рекорд. Там, я вышел с 80 килограмм. Дальше вернемся к базовому курсу. Что такое блокчейн и консенсус алгоритм? Консенсус. Идея свободы, криптобезопасность, монеты, виды монет. Это все важно. Вот все, что вы сейчас видите на экране, вот здесь, это все важно. Это нужно знать. Внимание, собираешься стать финансово обеспеченным человеком, нужно знать хорошо, глубоко, пронзительно, для того, чтобы при вовлечении новых людей дальше ты не выглядел глупо. Поэтому базовый курс обязательно пройти и сдать тест на отлично. Потом написать мне в личку куда-нибудь, сказать: Артем, все сделал. Дальше. Криптокошельки, криптобиржи, покупка-продажа, что такое скам и так далее. Поэтому мы рекомендуем пройти базовый курс за 7 дней, не спеша, чтобы держаться общего ритма обучения. Шаг номер 3. Прямые эфиры. Да, все у нас открывается. Дискорд и прямые эфиры 10 августа. Почему 10 августа? Ну, потому что мы сейчас заводим тяжелую артиллерию сюда. Это лидеры, это предприниматели. И сейчас их фокус сместить на то, что давайте учиться крипте вот эти 10 дней, не совсем верно. Верно сейчас укомплектовать нашу основную маркетинговую систему. В ближайшие дни у нас послезавтра будет отчетная встреча. Первая, закончим неделю, которая в среду у нас заканчивается. Я проведу отчетность и начну уже лидерскую группу готовить к нашему следующему этапу, к нашей следующей связке. Это постановка системы, чтобы вы понимали, в чем мой фундамент создать последний бизнес, на чем он основывается. Должна быть система. Она у нас есть, мы ее уже всю создали, пока еще не демонстрировали, не показывали, это только уже для партнеров. Но с 10 августа начинается как раз уже работа и с аудиторией клиентов. Да? Расписание, темы, эфиры, они все будут размещены у нас на платформе, в вашем личном кабинете, а также в календаре Discord. Шаг номер 4. Вы сдаете тест, получаете полный доступ уже к инфопространству. Это две разные вещи. Вы не попадаете еще в сообщество, просто заплатив деньги. Для нас это не так важно с точки зрения попасть в сообщество. Не за деньги, за знания, за интеллект, за то, что ты делаешь, то, что делают все остальные. Проходишь тоже определенное испытание в обучении, сдаешь и так далее. Поэтому после того, как сдадите тест, чтобы сразу иметь возможность посещать все дополнительные прямые эфиры, сделайте это, акцентируйте ваше внимание на то, что только после успешной сдачи теста вы получаете доступ в Discord. Discord — это типа Telegram, только он профессиональный, он там умеет формировать целевую аудиторию. Короче, Discord — это как Telegram, если кто не знает. Ну, примерно. Не как Telegram, он совсем по-другому выглядит, но смысл тот, да, это такая группа. Если вы уверены в своих знаниях крипторынка, можете сдать тест раньше. Допустим, вы такой с погонами, там звезды у вас, кольца, перстни, все, вы самый крутой. Просто идете, сдаете тест и дальше проходим, да. Можно сделать так. Следующий, шаг номер 5. Шаг номер 5. Эфиры по дополнительным направлениям. Старт 17 августа. Так, рекомендуем сразу же внести эту дату. Поставьте прямо сейчас себе дату 17 августа. Там у нас будут дополнительные направления. Друзья, пассивный доход. Каждый из нас искал пассивный доход. Вот сейчас пришло время, где можно заработать в интернете. Каждому из нас сейчас необходимо сделать регистрацию, потому что есть информация, что скоро все будет платно. Даже регистрация. Поэтому пока она бесплатна, делайте регистрацию по ссылке в описании. Там важно сделать именно по ссылке делать регистрацию. Регистрацию указывайте по 700-448 и делаем сразу же первую покупку. Инструкция, как сделать регистрацию и как сделать первую покупку, да, находится в описании. На онлайн, также, если вы делаете регистрацию по Binance, это уже в описании, да, с нуля, то вам будет приходить постоянно помощь с Binance, деньги. Уважаемая элита людей, ссылки в описании. Не забудьте подписаться на наш телеграм-канал. Дальше. Новичков, кто успешно прошел базовый курс и хочет развиваться дальше. Те, кто уже давно в криптотеме и хочет углубляться в конкретные направления. И инвесторов, которые хотят кратно увеличить свой канал. Дальше. Особое преимущество для всех, кто войдет в первый месяц после открытия Galaxy. Да? Каналы по дополнительным направлениям, в которых можно будет изучать инструменты инвестирования, будут открыты в свободном доступе только 28 дней